Такие, что вам нужно? Вы арестованы. Тьфу. А за что? Мы не уполномочены давать объяснения. Сидите и ждите. А если и дальше вам так повезет, как повезло с назначением стражи, то можете быть спокойны. Вы еще поймете, какие это верные слова. Да. Лучше отдайте вещи нам, чем на склад. На складе вещи подменяют, а кроме того, через некоторое время эти вещи распродают, независимо от того, окончилось дело или нет. А вы знаете, как долго тянутся такие процессы, особенно в нынешнее время? Вот мои документы. А вы предъявите свои. Первым делом ордер на арест. Чего вы хотите? Неужели вы думаете, что ваш огромный страшный процесс закончится скорее, если вы будете спорить с нами о всяких документах, об ордерах на арест? Проводите меня к вашему начальству. Не раньше, чем начальству будет угодно. Вас вызывают к инспектору! Наконец-то. Йозефка. Можно мне позвонить? Прокурор мой давний друг. Конечно. Но я не знаю, какой в этом смысл. Разве что вам надо переговорить с ним по личному делу. Какой смысл? Еще спрашиваете, какой смысл звонить прокурору, когда сказано, что я арестован? Хорошо, я не буду ему звонить. Ну, отчего же? Позвоните, пожалуйста. Ну, теперь я и сам не хочу. Да, но с другой стороны, меня в чем-то обвиняют. Но ни малейшей вины я за собой не чувствую. А главный вопрос, кто меня обвиняет? Какое ведомство ведет дело? Эти господа и я сам, все мы никакого касательства к вашему делу не имеем. Больше того, мы о нем почти ничего не знаем. Ну, господа, судя по вашему виду, можно сказать, что мое дело исчерпано. Я склонен считать, что нам лучше всего мирно разойтись, обменявшись дружескими рукопожатиями. Если вы со мной согласны, прошу вас.
как просто вы все себе представляете. На сегодня хватит. Мы можем попрощаться. Правда, только на время. Вероятно, вы захотите сейчас отправиться на работу в банк. Как же я могу пойти в банк, раз я арестован? Конечно, вы арестованы, но это не должно помешать выполнению ваших обязанностей. И вообще не должно вам помешать вести обычную жизнь. Значит, этот арест вовсе не так страшен? Иначе я и не думал. Да, но тогда и об аресте, пожалуй, сообщать не стоило. Это была моя обязанность. Глупейшая обязанность. Возможно. Я предположил, что вы захотите пойти в банк. И чтобы облегчить вам этот шаг и сделать ваш приход по возможности незаметным, я предоставил в ваше распоряжение вот этих трех господ, ваших коллег. Доброе утро. Совсем вас не узнал. Фройлен Бюрснер? Кто тут? Это я. Господин К? Добрый вечер. Я хотел бы сказать вам несколько слов сейчас. Вы разрешите? Сейчас, прямо сейчас. Как-то странно, правда? Ну, я вас жду с 9 часов. Я была в театре, вы меня не предупреждали? Но повод к нашему разговору возник только сегодня. Да я не против, только я устала до смерти. Зайдемте ко мне на минутку, здесь мы весь дом перебудем. Возможно, вы опять скажете, что дело не такое уж срочное. И сейчас слишком поздно для объяснений, но... Ой, подобные вступления, они мне всегда казались лишними. Это облегчает мою задачу. Сегодня утром, отчасти по моей вине, в вашей комнате наделали беспорядок. Притом чужие люди. За это я хотел бы перед вами извиниться. В моей комнате? Вот именно. Но о причинах происшедшего говорить не стоит.
Нет, это вот как раз самое интересное. Нет. Хорошо. Я не стану вторгаться в ваши тайны. И я вас охотно прощаю. Особенно потому, что я не вижу никаких следов беспорядка. Смотрите-ка. Все мои фотографии разбросаны. Значит, кто-то копался в моей комнате. Я уже объяснял вам, фройлен, вашу фотографию разбросал не я. Приходилась следственная комиссия. Они привели трех банковских чиновников, они разбросали ваши фотографии. Но, на мой взгляд, вызывать на дом срочно следственную комиссию станут разве лишь из-за серьезного преступника. А судя по вам, вы на свободе. И по вашему спокойствию из тюрьмы не убегали. Значит, никакого тяжкого преступления не совершали. Да. Привлекать адвоката не стоит. Дело слишком мелкое. Но советчик мне очень может понадобиться. Ну, чтобы стать вашим советчиком, я хотя бы должна знать, что здесь происходит. В том-то и загвоздка. Я сам ничего не знаю. Угу. Так, может быть, вы надо мной подшутили? Что вы. Странно, что вы мне не верите. Никакого следствия не было. Меня просто арестовали. Приходила целая следственная комиссия. Хорошо. А как это было? Ужасно. А вот это мне ничего не говорит. Показать вам, как это было? Угу. Можно я пододвину стол сюда? Не, ну что за глупости? Нет, конечно же, нельзя. Ну тогда я вам ничего не смогу показать. Ну хорошо, если это вам нужно для наглядности. Ну конечно, давайте, передвигайте здесь все, что хотите. Я так устала, что позволяю вам больше, чем следует. Вы должны себе правильно представить, как расположились эти люди. Это очень интересно. Я инспектор. Здесь сидит стража, их двое. У фотографии три человека. Да, я совсем забыл себя. Главное действующее лицо, то есть я, находится прямо тут перед столом. Инспектор устроился очень удобно. Нога на ногу, рука закинута на спинку стула. Видимо, лентяй каких мало. И вот тут-то начинается самое интересное. Инспектор зовет меня. Он просто орет. Ну, чтобы вам стало яснее, мне тоже придется крикнуть. Ну? Йозефка! Не бойтесь ничего. Я все улажу. Ну кто же это стучал? Да зачем же вы кричали? Я в отчаянии! Напрасно. А, да что? Что вы, да что вы? Уйдите. Уйдите прочь, а? Я уйдите, никуда не уйду. Вы меня замучили. Пока вы не успокоитесь. Перейдемте в тот угол, там нас никто не услышит. Простите, я просто испугалась этого внезапного крика. Оставьте меня, Господи. Оставьте меня. Вы же просили только уделить вам несколько минут. Уже прошло больше получаса, слышите? Вы на меня оставьте не сердитесь. Оставьте меня. Нет, да что вы, я ни на кого никогда не сержусь. Я не сержусь. Оставьте, слышите? Уходите. Иду. Уходите. Слышите? Теперь я ухожу. Да? Йозефка. Да. По вашему делу назначено первое предварительное следствие. Вызывать вас мы будем регулярно, может, не каждую неделю, но довольно часто. Конечно, все заинтересованы как можно быстрее закончить процесс, но, с другой стороны, следствие должно вестись со всей возможной тщательностью. Само собой разумеется, что явка для вас обязательна.
Проходите. Вам туда. Должны были явиться ровно час и 5 минут тому назад. Пусть я и опоздал, но ведь я уже тут. Но теперь я уже не обязан вас допрашивать. И только в виде исключения я сегодня пойду на это. Но больше опозданий быть не должно. Вы столяр? Нет, я служу в крупном банке. Ваш вопрос, господин следователь, не столяр ли я? Вернее, ваше безоговорочное утверждение характерно для всего разбирательства дела, начатого против меня. Дней 10 тому назад я был арестован. Впрочем, сам этот факт мне только смешон. Рано утром меня захватили врасплох еще в кровати. Мою комнату заняла стража. Эти люди оказались вконец развращенными мошенниками. Они наболтали мне с 3 короба, вымогали взятку. Собирались под каким-то предлогом выманить у меня белье. На моих глазах уничтожили мой собственный завтрак. Нет сомнения, что за всем судопроизводством стоит огромная организация. Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стражей, бестолковых инспекторов и следователей. В нее входят также и судьи с бесчисленным штатом служителей, а может быть даже и палачей. А в чем смысл этой огромной организации? В том, чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный, и как, например, в моем случае, безрезультатный процесс. Как же тут, при абсолютной бессмысленности всей системы в целом, избежать самой страшной коррупции чиновников? Это недостижимо. Тут даже самый высокий судья не останется честным. Одну минуточку. Я только хотел обратить ваше внимание, что сегодня вы, вероятно, сами того не осознавая, лишили себя преимущества, которое дает арестованному допрос. Вот мразь.
А сегодня заседания нет. Как это нет заседания? Можно мне взглянуть на эту книгу? Нет, это не разрешается. Она принадлежит следователю. Ха. Вот оно что. Должно быть, это свод законов. А теперешнее правосудие, видимо, состоит в том, чтобы обвинить человека не только невинного, но и неосведомленного. Да, должно быть, так оно и есть. Ну что ж, тогда я уйду. Может, передать что-нибудь следователю от вас? Разве вы его знаете? Конечно. Ведь мой муж служитель в суде. Я удивлен, что вы замужем. Вы намекаете на тот случай во время заседания, когда я помешала вашей речи? Конечно. Но это пошло вам только на пользу. О вас говорили потом очень недоброжелательно. Возможно, но для вас это не оправдание. А мои знакомые меня оправдывают. Тот, что меня обнимал, уже давно за мной бегает. Может, для других я и ничуть не привлекательна, а для него очень. Даже моему мужу пришлось смириться. Если хочет сохранить место, пусть терпит. Этот молодой человек – студент. И наверняка добьется больших чинов. Он только что ушел перед вашим приходом. Меня это ничуть не удивляет. Может, все-таки покажете мне книжку? Ну, конечно. Какая тут везде грязь. Ха. Так вот, какие юридические книги они тут изучают. И эти люди собираются меня судить. Я вам помогу. Согласны? Пойдите сюда, нам надо все обсудить. У вас такие чудесные глаза. Мне говорят, что у меня тоже глаза красивые, но ваши куда красивее. Я вас сразу приметила, еще в первый раз, как только вы сюда вошли. Я именно из-за вас потом и пробралась в зал заседаний. Не думаю, что вы могли бы мне помочь. Для настоящей помощи нужно иметь связи с высшими чинами. А вы, наверное, знакомы с мелкой сошкой. Нет. Неужели я так мало стою, что вы даже ненадолго не можете остаться ради меня? Нет, если вы действительно хотите, чтобы я остался, я останусь. Времени у меня много. Вы даже можете сделать мне одолжение. Сообщите следователю, что никогда никакими фокусами этим господам не выманить у меня взятку. Ничего у них не выйдет, так им и передайте. Этот следователь, он днем и ночью пишет доклады, и главным образом про вас. В таких длинных докладах наверняка должен быть какой-то смысл. Ко всему прочему, ясно, что я нравлюсь следователю, а значит, сейчас могу на него повлиять. Вчера через студента он прислал мне пару шелковых чулок. Чулки прекрасные, взгляните. Тише. Бертольд за нами следит. Вы не сердитесь на меня, не думайте обо мне плохо, но сейчас я должна идти к этому отвратительному типу. Посмотрите, какие у него кривые ноги. Я сейчас вернусь и тогда пойду с вами, если вы меня возьмете с собой. И тогда ведите меня куда хотите и делайте со мной все, что хотите. Я буду счастлива, лишь бы уйти отсюда надолго, а лучше навсегда.
Если вам не терпится, можете уходить. Надо было вам уйти, как только я пришел. И уйти немедленно. Вы правы, мне не терпится. Но мое нетерпение проще всего прекратить тем, что вы нас оставите. Напрасно ему разрешили гулять на свободе. Это непростительный промах, я так и сказал следователю. Довольно разговоров, пойдем. Нет, вам ее не заполучить. Ничего не поделаешь, его за мной прислал следователь. Идти с вами мне никак нельзя, этот уродец меня не отпустит. Да вы и не хотите освободиться. А вы ту случайно женщину не видели? А вы служитель суда, не так ли? Да. А вы, господин обвиняемый К, я вас тоже узнал и рад вас видеть. А ведь сегодня заседаний нет. Знаю. Сейчас я разговаривал с вашей женой. Студент унес ее к следователю. Вечно он ее от меня уносит. Будь моя воля. Я бы этого студента об стенку раздавил бы. Только об этом мечтаю. Висит, весь расплющенный. Ручки в рост, пальцы растопырены, кривые ножки крендельком. А вокруг все кровью разбрызгано. Но об этом я могу только мечтать. А разве другого выхода нет? Другого выхода не вижу. С каждым днем все хуже и хуже. Если раньше он ее таскал только к себе, то сегодня потащил к самому следователю. Да, если дело так обстоит, значит, помочь ничем нельзя. Нет, почему же? Надо бы этого студента, этого бы труса отколотить как следует, чтоб навсегда забыл дорогу к моей жене. Мне самому никак нельзя. И другие мне тут не подмога. Слишком они боятся его власти. А вот такой человек, как вы, мог бы это сделать. То есть это почему же-то я? Ну, вы же ведь обвиняемый. Вот. Ну ладно, мне надо идти в канцелярию. Не хотите со мной? А стоит посмотреть? Ну как сказать, я думаю, может, вам будет интересно. Хорошо. Я пойду с вами. Да, с посетителями здесь не очень считается. А у нас здесь никто ни с кем не считается. А это у нас приемная. А это обвиняемые. Чего вы тут ждете? Господин! Вас спрашивают. Ответьте ему. Чего вы молчите? Я жду. Месяц назад я собрал кое-какие свидетельства в свою пользу. А теперь я жду решения. Да, вы, как видно, не жалеете усилий. Вот да. Это ведь мое дело. Ну, я, например, тоже обвиняемый. Но никаких свидетельств я не собираю. Неужели вы считаете это необходимым? Точно я ничего не знаю, но что касается меня, то я подал справки. Все эти обвиняемые такие чувствительные. Ну вот я увидел, как тут все устроено, теперь я ухожу. Куда? Я вам еще не все показал. Я не хочу все видеть, я хочу уйти. Ну, неужели вы уже устали? Пойдемте со мной. Чего вы тут ждете?
Немного закружилась голова? Не волнуйтесь, тут это дело обычное. Почти с каждым, кто сюда приходит впервые, бывает такой припадок. Вот придете сюда раза два-три и даже не почувствуете духоты. Вам стало легче? Здесь сидеть нельзя, мы мешаем движению. Если хотите, я вас проведу в медицинскую комнату. Помогите мне, пожалуйста. Нет-нет, я уже могу идти. Ой, нет, не могу. Чего вы тут ждете? Господин вас спрашивает, чего вы молчите? Ответьте ему. Я жду. Месяц назад я собрал кое-какие свидетельства в твою пользу. И теперь я жду решения. Да что же, я же действительно хочу помочь ему выйти. Вот и прекрасно. Пожалуйста, не придавайте слишком много значения нашему смеху. Этот господин, разрешите вас представить, этот господин – заведующий справочным бюро, и он может ответить на любой вопрос. Я только не понял, почему вы посвящаете этого господина в наш внутренний распорядок. Разве вы не видите? Он целиком поглощен собственными делами. Но надо же было ему объяснить причину вашего смеха. Он же может обидеться. Наверное, он готов мне простить и не такие обиды, лишь бы я вывел его отсюда. Ну, вставайте же, слабый вы человек. Я вам очень благодарен. Вам могло показаться, будто я стараюсь представить заведующего справочным бюро в чересчур выгодном свете. Но поверьте, у него не злое сердце, ведь он не обязан выводить больных клиентов. Может быть, все мы тут не такие уж злые. Может быть, мы охотно помогли бы каждому. Но ведь мы в суде, и нас легко можно принять за злых людей. Не хотите ли тут присесть? Нет, нет, в отдыхе я не нуждаюсь. Знаю, сегодня еще не может быть решения по моему делу, но я все-таки решил прийти. Дай, думаю, подожду, ведь сегодня воскресенье. Время у меня есть, а тут я никому не мешаю. Да вы не извиняйтесь, правда, зря вы занимаете место. Но если вы не будете мне мешать, я не буду возражать. И вы самолично увидите ход своего дела. Садитесь. Как он умеет разговаривать с клиентами? Тут выход, тут. Выход тут. Громче вот говорите. Выход тут. Выход тут. Что? Тут выход. То он хочет уйти, то ему 100 раз повторяешь «выход тут», а он с места не двигается. Я собрал кое-какие свидетельства в свою пользу. И теперь жду решения. Thank you.
Что вы тут делаете? Ах, сударь, нас сейчас высекут, потому что ты пожаловался на нас следователю. Я на вас вовсе не жаловался. Просто рассказал, что произошло у меня на квартире. Кстати, ваше поведение было отнюдь не безукоризненным. Сударь, если бы знали, как мало нам платят, вы бы не судили нас так строго. Мне надо кормить семью, а Франц хотел жениться. Вот, и стараешься урвать все, что только можно. Одной работой не проживешь. У вас белье тонкое, вот я на него и польстился. Но уж так повелось, что белье достается стражникам. Издавна так повелось. Но если арестованный пожалуется, нас наказывают. Ничего этого я не знал. Кроме того, я не требовал для вас наказания. Франц, а что я тебе говорил? Господин вовсе не требовал для нас наказания. Ты не расстраивайся. Наказание их ждет. И справедливое, и неизбежное. Ты его не слушай. Нас наказывают из-за твоего доноса. Иначе нам ничего не сделали бы. А разве это называется справедливостью? Оба мы служим давно. Отлично себя зарекомендовали. Тебя мы охраняли прекрасно. Мы уже надеялись продвинуться по службе. А теперь все пропало. Карьере нашей конец. Нас пошлют на самую черную работу. Это не то, что служить стражами. А к тому же нас крепко высекут. Разве нет возможности избавить их от порки? Нет. Раздевайтесь. Я тебе заплачу. Нет. Отпусти их. Ну, потом ты и на меня донесешь. Нет. Нет-нет. Я не считаю их виновными. Виновата вся организация, виноваты высшие чиновники. Верно! Раз я приставлен для порки, значит, надо пороть. Если ты не можешь добиться пощады для нас обоих, попробуй спасти хотя бы меня. Вильям старше, он не такой чувствительный. К тому же его уже пороли 2 года назад. Виноват во всем Вильям. Это он меня подбил. А внизу у входа в банк ждет моя невеста. Мне так стыдно! Мне ужасно! Все! Я больше ждать не буду! Йозеф, скажи мне, неужели это правда? Неужели это действительно так? Милый дядя, я понятия не имею, чего ты от меня хочешь. Да? Насколько я помню, Йозеф, ты всегда говорил мне правду. Видимо, ты слыхал о моем процессе. Вот именно. Я слыхал о твоем процессе. И что ты мне об этом процессе скажешь? Да, это правда. Это правда. То есть ты говоришь, что это правда. Может, ты скажешь, что это еще и уголовный процесс? Да, уголовный. И ты вот так спокойно сидишь и мне об этом говоришь? Чем я спокойнее, тем результат будет лучше. Да ты не бойся. Не надо меня успокаивать, не надо! Йозеф, ты прежде подумай о себе, о своих родных, о своем добром имени! Ты всегда был нашей гордостью. Пожалуйста, не стань нашим позором. Нет, нет, Йозеф, мне твое отношение к этому ко всему мне ужасно не нравится. Скажи, пожалуйста, Йозеф, что случилось, и я постараюсь тебе помочь. Милый дядя. Подожди. Слушаю. Прежде всего... Этот процесс не из тех, какие разбираются в обычном суде. Ты знаешь, это плохо. Почему? Ну, если плохо, значит плохо! Ну, милый дядя, а если у тебя какие предложения? Есть. Значит так. Главное сейчас не терять времени. Во-вторых, мы сейчас едем с тобой к адвокату Гульту. Он мой школьный товарищ и постарается нам помочь. Ты меня понял?
Другой раз открывайте поживее. Йозеф, что ты там плетешься? Господин адвокат болен. Что опять? Болит сердце? Как видно, да. Лени! Кто это пришел? Это я, Альберт, твой старый друг. Ах, Альберт! Неужели ты себя плохо чувствуешь? Мне в это даже как-то не верится. Так худо мне еще никогда не было. Дышать трудно, совсем не сплю. День ото дня слабею. Вот как? Ну, вообще-то у тебя здесь как-то темно и неуютно. Я давно у тебя не бывал. Раньше мне казалось, что у тебя намного веселее. И барышня не очень учтивая. Для такого больного человека, как я, важнее всего покой. Угу. Барышня, я попросил бы вас оставить нас одних. Мне нужно поговорить с моим другом о личных делах. Вы же видите, как болен господин адвокат. Он не может сейчас обсуждать личные дела. При Лене ты можешь говорить все. Проклятая. Дело в том, что дело касается не только меня. А кого же? Дело касается моего племянника. Я привел его сюда. Его зовут Йозеф К. Познакомься. Простите, я вас не заметил. Выйди, Лени. Значит, ты не навестить больного пришел, а по делу? Как только эта ведьма ушла, ты сразу стал лучше выглядеть. Клянусь тебе, что она нас послушивает. Странно. Ты в ней ошибаешься. Что же касается дела твоего уважаемого племянника, то, откровенно говоря, оно меня слишком сильно заинтересовало. Не понимаю. Нет, это я, по-видимому, вас не понял. Я решил, что речь идет о вашем процессе. Йозеф, ну, разумеется, речь идет о твоем процессе. Чего ты не понимаешь? Так откуда же вы знаете обо мне и о моем процессе? Я бываю в судейских кругах. Там говорят о разных процессах. Невольно запоминаешь самые выдающиеся. Вы бываете в судейских кругах? Да. Йозеф, ты задаешь ребяческие вопросы. Сами понимаете, что из этих знакомств я извлекаю большую пользу для своей клиентуры. Добрые друзья из суда навещают меня, и благодаря им я многое узнаю. Вот и сейчас, например, у меня дорогой гость. Где же он? Вот. Господин директор судебной канцелярии был настолько любезен, что посетил меня. Только посвященный может понять всю ценность такого визита. Мы с ним мирно беседовали, насколько позволяла моя немощь. К сожалению, я могу задержаться только на несколько минут. Дела меня зовут. Однако я не могу упустить возможность познакомиться с другом моего друга. А, посмотрю, что там случилось. Йозеф! Я нарочно бросила тарелку о стену, чтобы вызвать вас сюда. Я тоже о вас думал. Тем лучше. Пойдем? Садитесь сюда. А я думала, что вы сами выйдете. Сначала глаз с меня не сводили. А потом заставляете себя ждать. Зовите меня просто Лень. Охотно. Ну, знаете, Лени, во-первых, мне нужно было выслушать болтовню этих стариков. Нельзя же было уйти ни с того, ни с сего. Во-вторых, я человек не смелый, скорее застенчивый. Да и вы с виду вовсе не из тех, кого можно завоевать одним махом. Не в том дело. Просто я вам не понравилась. Да и сейчас не нравлюсь.
Нравитесь не то слово. Может, это и есть мой судья? Да. Я его знаю. Он часто сюда приходит. Эту картину с него писали в молодости, но он и тогда был ничуть не похож. Ведь он совсем крошечного роста, а на картине велел изобразить себя таким вот высоченным. Впрочем, все они здесь такие. Я ведь тоже тщеславна. И ужасно недовольна тем, что я вам не нравлюсь. Вы все время думаете о своем процессе. Нет. Совсем нет. Я, наверное, слишком мало о нем думаю. Упрямым. Все равно сопротивляться этому суду бесполезно. Надо немедленно сознаться. При первой же возможности сознайтесь. Только тогда есть надежда ускользнуть. Только тогда. Если я не сознаюсь, вы мне не сможете помочь? Нет, тогда я вам помочь не смогу. Йозеф, что ты натворил? Объясни мне, что ты натворил? Ты понимаешь, дело было практически на мази. А ты сбежал с этой, с грязной мерзкой тварью. Где-то прятался от нас, а мы сидим тебя ждем. Трое взрослых людей, понимаешь? Трое взрослых людей. Я твой дядя, адвокат и директор канцелярии. Между прочим, директор канцелярии очень большой человек. И дело на этой стадии рассмотрения находилось в его руках. Ты понимаешь? В его руках, от него все зависело. Я должен был обработать адвоката. Он должен был обработать директора канцелярии. Понимаешь это? А ты взял и удрал. Хорошо, что это воспитанные, добрые люди. И они на это ничего не сказали. А мы сидим тебя, как дураки, ждем. А тебя все нет. В конечном итоге директор канцелярии встал, попрощался со мной, как будто меня пожалел. А на бедного больного адвоката это произвело такое впечатление, что когда я с ним прощался, он даже не смог ничего ответить. И если не дай бог он умрет, я повторяю, если не дай бог он умрет, его смерть будет на твоей совести. И я, а я, дядя твой, сижу тебя полдня здесь жду. Иди уже!
Я выиграл не один такой процесс, как ваш. Многие из них, на первый взгляд, казались куда безнадежнее. Отчеты об этих процессах лежат у меня тут, в ящике. Но показать эти записи я, к сожалению, не могу. Это служебная тайна. Разумеется, я уже начал работать, и первое ходатайство уже почти готово. Оно чрезвычайно важно, так как первое впечатление, которое производит защита, влияет на ход всего судопроизводства. Вы должны принять во внимание, что все разбирательство ведется негласно, вследствие чего все судебные документы, особенно обвинительный акт, ни обвиняемому, ни его защитнику недоступны. Так что мы либо совсем не знаем, либо знаем очень смутно, насчет чего именно направлять первое ходатайство. Поэтому в нем только случайно может содержаться что-нибудь, имеющее значение для дела. Разумеется, организация судебного аппарата на низших ступенях не вполне совершенна. Там много нерадивых и продажных чиновников, из-за чего в системе суда появляются бреши. В них-то и протискиваются адвокаты. Тут идет и подслушивание, и подкуп. А бывали и похищение судебных актов. Не приходится отрицать, что этими способами на время достигались иногда поразительно благоприятные для подсудимого результаты. И мелкие адвокатишки обычно бахвалятся этим, привлекая новую клиентуру. Но на дальнейший ход процесса все это никак не влияет. По-настоящему ценными являются только честные личные знакомства, главным образом с высшими чиновниками. И тут вам повезло. Пожалуй, только у 2-3 адвокатов есть такие связи, как у меня. Единственная правильная позиция – это примириться с существующим порядком вещей. Если бы даже человек был в силах исправить какие-то отдельные мелочи в системе судопроизводства, что является нелепым заблуждением, то в лучшем случае он чего-то добился бы для хода будущих процессов. Но себе самому он только нанес бы непоправимый вред, привлекая внимание и особую мстительность чиновника. Главное – не привлекать внимания. Лучше предоставить всю работу адвокату и не мешать ему. Мне необходимо написать ходатайство. Да, это потребует долгой, почти бесконечной работы. Кажется, такую бумагу вообще составить невозможно. Потому что, не зная ни самого обвинения, ни всех возможных добавлений к нему, придется описать всю свою жизнь. Восстановить в памяти мельчайшие поступки и события и проверить их со всех сторон. Какая же это грустная работа. Теперь, когда мне, человеку молодому, хочется сладиться с жизнью в столь короткие вечера и ночи, именно теперь я должен заниматься составлением этого документа. Состоянии я должен работать для банка, принимать клиентов, вести с ними переговоры. Там мой процесс идет полным ходом. Там судейские чиновники сидят над актами этого процесса, а я должен заниматься делами банка? Не похоже ли это на пытку?
Несведомо ли суда, в связи с процессом, меня подвергают этой пытке. На улице прескверно. На вас, наверное, погода плохо действует. Да. Голова болит, семейные неполадки. Верно, верно. У меня есть для вас одно небольшое сообщение. У вас идет процесс, не так ли? Это вам сказал заместитель директора? Да нет. Я осведомлен из судебных кругов. Сколько же людей связано с судебными кругами? О вашем процессе я узнал от некоего Титарелли. Основной источник его дохода – писание портретов. Портретов судей. Право же вам стоит к нему пойти. Я дам вам рекомендательное письмо. Я зайду к нему. Хотите купить картину или желаете заказать портрет? Я узнал о вас от этого господина и по его совету пришел к вам. Художник-живописец Титарелли. Вы работаете над картиной? Да, пишу портрет. Хорошая работа. Но еще не совсем закончена. А кто это? Это богиня правосудия и богиня победы в одном лице. Не очень-то правильное сочетание. Ведь богиня правосудия должна стоять на месте. Иначе весы придут в колебания, и тогда справедливый приговор невозможен. Ну, тут я
подчиняюсь заказчику. А как зовут судью? Этого я вам не могу сказать. А вы должно быть доверенное лицо в суде? Да, я действительно доверенное лицо в суде. Это официально признанная должность? Нет. Так вы не виновны? Да. Я совершенно не виновен. Вот как? Но если вы не виновны, то дело обстоит очень просто. Моя невиновность ничуть не упрощает дело. Буквально на пустом месте судьи находят тягчайшую вину и вытаскивают ее на свет. Ну да, конечно. Но ведь вы-то невиновны. Ну, конечно. А это самое главное. Ну, если уж судьи выдвинули обвинение, значит, они твердо уверены, что обвиняемый виновен, и переубедить их очень трудно. Трудно? Да их переубедить вовсе невозможно. Но я могу вас вызволить. Каким же это образом? Вы только что сами сказали, что никакие доказательства на суд совершенно не действуют. Не действуют только те доказательства, которые излагаются непосредственно перед самим судом. Однако, все оборачивается совершенно иначе, когда пробуешь действовать за пределами официального суда. Скажем, в совещательных комнатах, коридорах. Или, к примеру, даже здесь, в ателье. Кстати, как вы собираетесь освобождаться от суда? Есть три возможности. Полное оправдание, оправдание мнимое и волокита. Лучше всего, конечно, полное оправдание. Но еще не знаю на свете такого человека, который мог бы добиться полного оправдания. Ни одного оправдания. Значит, и с этой стороны суд бесполезен. Один палач вполне мог бы его заменить. Вам, наверное, жарко? Да. Жара тут невыносимая. Нельзя ли открыть окно? Нельзя. Стекло вставлено намертво. Оно не открывается. Кажется, вы говорили, есть еще две возможности. Поговорим о мнимом оправдании. Если пожелаете его добиться, я напишу на листе бумаги поручительство вашей невиновности. С этим документом я обойду всех знакомых мне судей. У судей есть поручительство вашей невиновности, и он может без всяких колебаний оправдать вас, что он, несомненно, и сделает в виде одолжения. Значит, я буду свободен? Да. Но, конечно, это только мнимая свобода. Точнее говоря, свобода временная. Со стороны может показаться, что все давным-давно забыто, обвинительный акт утерян, и оправдание было полным и настоящим. Но суд ничего не забывает. Вполне возможно, что оправданный вернется из суда к себе домой, а там его уже ждет приказ об аресте. Что же, процесс начнется снова? А как же? Но и тут есть возможность, как и раньше, добиться мнимого оправдания. Но ведь и второе оправдание может быть не окончательное. Конечно. За вторым оправданием следует второй арест, за третьим оправданием третий арест и так далее. Может быть, вам больше подойдет волокита? Изложить вам сущность волокиты? Вы уже хотите уйти? Да, но я скоро вернусь. Мне нужно было бы вам очень много еще сказать. Пришлось изложить только вкратце. Но я надеюсь, что вы меня поняли. Я бы даже не советовал вам сразу принимать решение. Но, разумеется, терять время тоже нельзя. Откройте же дверь. А не хотите ли взглянуть на картину, которую я мог бы вам продать? Степной пейзаж. Хорошо, я ее покупаю. А это полная противоположность первой. Я беру обе картины. А это полный шедевр!
А вы тут служите? Нет, я посторонний. Я пришел к адвокату по делу, за советом. Без пиджака? А, простите. Как ваше имя? Блок. Коммерсант Блок. Это ваша настоящая фамилия? Конечно. Почему вы сомневаетесь? Подумал, что у вас могут быть причины скрывать свое имя. Добрый вечер, Йозеф. Добрый вечер. Кто это такой? Это несчастный человек, обедневший коммерсант. Ты посмотри на него. Он твой любовник? Пойдем в кабинет, я тебе все объясню. Нет, я хочу, чтобы ты мне здесь же все объяснила. Не хочу, чтобы ты меня сейчас целовала. Йозеф, неужели ты меня ревнуешь к господину Блоку? Руди, помоги же мне. Слышишь, в чем меня подозревают? Да брось ты эту свечку! Не понимаю, с чего вы вздумали ревновать. Да я и сам не понимаю. Оставь его. Сам видишь, что это за человек. Я его слегка пожалела, потому что он очень важный клиент для адвоката. А как ты? Хочешь немедленно переговорить с адвокатом? Ему сегодня очень плохо, но если угодно, я о тебе доложу. А на ночь ты останешься у меня. Но прежде всего сними пальто. Доложите тебе или сначала накормить его супом? Доложи сначала обо мне. А все-таки накорми его сначала супом. Значит, вы тоже клиент адвоката? Ты бы помолчал. Какое вам дело? Значит, сначала я дам ему супу. Боюсь, как бы он сразу не заснул. После еды он всегда засыпает. А вы давнишний клиент адвоката? Да, давнишний. Не вызывайте меня, прошу вас. Ну что, разве я предатель? Он очень мстительный. Очень. Ну, такому верному клиенту он никогда ничего не сделает. Делает. Еще как сделает. Когда он рассердится, для него нет никакой разницы. К тому же я не так уж ему и верен. То есть как это? Я не знаю, можно ли вам доверять. По-моему, можно. Только и вы тогда откройте мне какой-нибудь секрет, что мы смогли держаться вместе против адвоката. Хорошо. У меня, кроме него, есть еще адвокаты. Ну, это не такой уж и проступок. Ни в коем случае. Не разрешается наряду с постоянным адвокатом иметь еще и подпольных адвокатов. А я именно так и сделал. У меня, кроме него, еще 5 подпольных адвокатов. 5 адвокатов? Да-да-да. Целых 5 адвокатов? Кроме того, я еще веду переговоры с 6-м. Зачем вам столько адвокатов? Как зачем? Они мне очень нужны. Можете объяснить, зачем? Охотно. Прежде всего, я не хочу проиграть свой процесс. Поэтому я не могу пропустить ничего, что могло бы пойти мне на пользу. Я истратил на этот процесс уже все, что у меня было. Я истратил не только деньги, но и все свои силы. Когда ведешь процесс ни на что другое, времени уже не остается. Я уже передумал обо всем тысячи раз. Вы, наверное, рады, что ваш процесс уже так далеко зашел. Я тяну этот процесс уже 5 лет. Велось следствие. Я бывал на допросах, собирал документы, материалы. Предоставлял суду все свои конторские книги. Бегал к адвокату, который подавал многочисленные ходатайства. Многочисленные ходатайства? Да, конечно. Для меня это чрезвычайно важно. Ведь по моему делу он все еще составляет первое ходатайство.
Он ничего не сделал. Теперь я вижу, как безобразно он запустил мой процесс. Все эти ходатайства совершенно бессмысленны. Я одно из них прочел. Мне любезно предоставил его один из служащих в суде. Составлено оно было без всякого смысла. Уйма латыни. Потом целые страницы общих фраз. Потом лестные слова в адрес отдельных чиновников. Затем самовосхваление. Причем тут адвокат подлизывался к суду хуже собаки. Так вы тут хорошо сидите вдвоем. Подожди минутку. Он попросил, чтобы я рассказал ему о своем процессе. Да? Ну, рассказывай. Рассказывай. Ты доложила обо мне? Конечно. Он тебя дожидается. Оставь блок, с ним ты потом успеешь поговорить. Вы останетесь тут? Он здесь часто ночует. Ночует здесь? Бывает, что иногда адвокат ночью звонит и требует его к себе. А теперь у нас блок и ночью наготове. Не каждого пускают к адвокату, как тебя, Йозеф. Все, что для тебя делают друзья, ты принимаешь как должное. Конечно, я и не требую благодарности. Лишь бы ты меня любил. Меня адвокат принимает, потому что я его клиент. А если тут не обойтись без чужой помощи, то значит, на каждом шагу только и придется, что клянчить и благодарить. Какой он сегодня хороший. Кстати, вы не выполнили своего обещания. Вы обещали сообщить свой секрет. Да. Я хочу сказать, что я пришел к адвокату, чтобы ему отказать. Он отказывает адвокату. Отказывает адвокат. Отказывает адвокату. Отказывает адвокату. Отказывает адвокату. Сколько клиентов на этой стадии процесса стояли передо мной в такой же позе, как и вы, и говорили то же самое. Значит, они были правы так же, как прав я. Я, видите ли, подозреваю, что с вами до сих пор обращались слишком хорошо. Я хотел бы вам показать, как обращаются с другими обвиняемыми. Быть может, для вас это будет полезным уроком. Отоприте дверь и сядьте сюда, к ночному столику. С удовольствием. Но вы приняли к сведению, что я освобождаю вас от обязанности представлять меня? Да. Но вы сегодня же можете изменить свое решение. Ленни, приведи Блока! Блок! К адвокату! Блок тут? К вашим услугам. Чего тебе надо? На меня как будто звали. Да, звал. И все равно ты пришел не кстати. Вам угодно, чтобы я ушел? Раз уж ты тут, оставайся. Вчера я был у третьего судьи и постепенно навел разговор на тебя. Хочешь знать, что он сказал? О, да, прошу вас. Прошу вас. Что ты делаешь? Кто твой адвокат? Вы. А кроме меня, к
Кто еще? Кроме вас никого. Так ты никого и не слушай. Ползай на брюхе. Становись на колени. Делай, что хочешь. Я вмешиваться не буду. Не смейте. Не смейте со мной так разговаривать. Это недопустимо. За что вы меня обижаете? Да еще в присутствии господина адвоката. Нас тут обоих терпят только из милости. Я на коленях, мой адвокат. Не решаюсь им сообщить. Чего же ты не решаешься? А как он себя вел сегодня? Был послушен и прилежен. Чем же он занимался весь день? А я его заперла в комнате для прислуги, чтобы он мне не мешал работать. Только раз попросил попить, а в 8 часов я его выпустила и немножечко покормила. Ты все его хвалишь. А мне от этого еще труднее говорить. Дело в том, что судья неблагоприятно отозвался и о самом Блоке, и о его процессе. Неблагоприятно? Как же это возможно? Да, неблагоприятно. Его даже передернуло, когда я заговорил о Блоке. «Не говорите со мной об этом Блоке», — сказал он. Нельзя слова сказать, чтобы ты не делал такие глаза, будто тебе вынесли смертный приговор. Ты пока еще жив. Пока еще находишься под моим покровительством. Что за бессмысленные страхи? Блок, нищий племех. Слушай, что тебе говорит адвокат. Thank you.
Йозефка! Ты Йозефка? Да. Ты обвиняемый? Да. Значит, ты тот, кого я ищу. Я капеллан тюрьмы. Я велел позвать тебя сюда, чтобы поговорить с тобой. Я этого не знал. Знаешь ли ты, что с твоим процессом дело обстоит плохо? Да. Мне тоже так кажется. Я прилагал все усилия, но пока что безо всякого успеха. А как ты себе представляешь конец? Сначала я думал, что все будет хорошо. Теперь и сам иногда сомневаюсь. Не знаю, чем это кончится. А ты знаешь? Нет. Но боюсь, что кончится плохо. Считают, что ты виновен, что твоя вина доказана. Но я же не виноват. Это ошибка. И как человек может считаться виновным вообще? Ведь мы тут все люди. Правильно. Но все виновные так говорят. Ты тоже предубежден против меня. Никакого предубеждения у меня нет. Благодарю тебя за это. А вот остальные, те, кто участвует в процессе, все предубеждены. Мое положение все ухудшается. Что же ты намерен предпринять дальше по своему делу? Буду и дальше искать помощи. Ты слишком много ищешь помощи у других, особенно у женщин. Неужели ты не замечаешь, что помощь эта не настоящая? У женщин огромная власть. Если бы я мог повлиять на некоторых знакомых мне женщин, и они сообща поработали бы в мою пользу, я много бы добился. Ты рассердился на меня? Ты не понимаешь, что тебя ждет. Мне необходимо уйти. Я служу в банке, меня ждут. Ну что ж, тогда иди. Подожди, прошу тебя. Я жду. Тебе от меня больше ничего не нужно? Нет. Видно, ты сам не знаешь, какому правосудию служишь. Сначала ты должен понять, кто я такой. Ты тюремный капеллан. Значит, я тоже служу суду. Thank you.
Thank you.